Один метр. Завтра один метр. Чё орём? Пойди на рыбалку. Слышь ты, с прической под горшок. Ну, сзади хорошо, я согласен. Бери с собой бубик и муж бубиком заниматься. Хочу на рыбалку! Наступайте. Папа со своим бидончиком здесь. У него там червячки. Я и крючок маленький поставил. Правильно. Зачем большой крючок? У нас все самые здесь рядом. Маленький, мелкий. Так. Ой, блин! Ай! Что? Да чё, зацепился нахрен? Я сейчас буду свои новые поводки осваивать. А чё у тебя такой короткий-то? Привлекал как раз, наверное. Ну, я так сделал. Никто не говорит, это самое, не пробовал ловить. Или просто подсаживать. Чего? Куриную шкуру. Не знаю, про куриную шкуру я, честно говоря, ничего не слышал, ни разу. Ее, во-первых, она очень прочная, ее можно нарезать полосками, как червяков. Я про куриную шкуру ничего ни разу не слышал, если честно. Вован, домой тебя никто не повезет, пока мы рыбалку не закончим, понял? Сиди, молчи. А, это, Вовк, скучная рыбалка. Да. Дедушка будет плюх-плюх-плюх-плюх-плюх-плюх, и больше ничего не будет делаться. Так, Вов, давай. Саму, сом любит, когда много. О, какой пучок, какой красивый пучок. А, руку сполосну. Я постоянно забываю пристегнуть поводок к удильнику. То есть я наживляю и выкидываю в воду. Да. А потом задумываюсь о том, что я... Да это было, к сожалению, не один раз. Квак, квак, квак. Какая глубина? Квак, квак. Вот так вот. Во, вот именно ты плюхаешь. Вов, потому что у тебя вот этот квок очень тяжелый. Он утонет, если ты его уронишь. А у тебя? А у меня легкий. У него легкий, у дедушки. 5-0 глубина, а вот здесь что-то идет у нас. И прям идет хорошо. Вот, видишь, эта полосочка есть горизонтальная, во. Кстати, между прочим, что-то поднимается. Поднялось? У кого как. Это дело возраста. Да ладно. Дергал. Дергал? Ну, он крутится рядом, кстати, я вижу. О! Что, потянул? Потянул, потянул, потянул. Бросил, похоже. Бросил. Да это он так, это... Он прям кончик согнулся. И все. Да. И на этом он сразу бросил. На этом бросил, да. Вовка, давай приманивай большого. Че сидим, кого ждем? Давай, приманивай. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып, как кошка. Бульк, бульк, бульк. О, что-то подходит к кому-то из нас. Ура, сом подходит. Подходит, подходит и прошел мимо. Переедем. Прощание с бабушкой, да? Да. Прощание славянки. Вован, болван. Короче, переплыли. Вот. Вот мы сейчас отсюда и пойдем назад. Его немного там, конечно. О, что-то идет. Какой. Идет хорошее. Там что-то плеснулось опять большое. Опять большое. Деда, там правда сейчас что-то большое. О, шел. Вот так. Оп, оп, оп. Вот он. Вот он идет, 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 идет. Он сейчас поднимается. Поднимается. Что
кто-то тут появляется периодически. Палочкой 2 нуля, то 100. Правильно. А если 3 нуля и палочка, то 1000. Да. Угу. Тысяч. А миллиард — это 9 нулей, палочка. Правильно. Но лучше сразу измерять миллиардами, Вов. Мне миллиарды больше нравятся. Лучше сразу зарабатывать миллиарды. А давайте опять к дому переедем. Еще прям у дома минут 15 поквочим. Прям у дерева. О! Вот тянет. Видишь. Мимо. Потянул прям, бодро потянул. Вот крутится. Вот он здесь не крупный, вот он крутится. Здорово. Да я туда все. Опа! Да ладно. Так. Ну это, конечно, да, это. Деда мне. Ну ладно, все, да ладно, не надо. Вовка. Ну маленький совсем. Тебе что, жалко, что ли? Ну а что, ну он же совсем маленький. Ну мы же детей не берем, Вов. Я беру. Зачем? Мы же с тобой, пацаны, взрослые. Ну, а зачем нам маленькие нужны? Мы же наоборот, мы ему подарили жизнь. Мы ему отпустили. Что говоришь? Не надо ехать. Он говорит, что не надо ехать. А я говорю, что уже надо ехать ужинать. А за сим, пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Что еще надо сказать? Ставьте дизлайки. Пока. Надо вот так вот сделать. Не знаю я, что тут с этим монтажом. Вроде как я его... Ладно, опробую я его еще потом. Это уже в следующей передаче. Ну мелочь, но хотя бы мелочь крутится. Давай, Вова. Куда ты? Куда ты полез?